Так, ну что я могу сказать? Вот прилетела птица, ударилась об окно. Я, конечно же, что же я делаю, естественно. Вы понимаете, да, что я делаю? Ну вот, пытаюсь привести в чувство. Прям разбилась об окно. Окна прозрачные, хоть я их зеркалил специально. Вот, но все равно. Давай. Так, давай, водички. Ну-ка, давай. Молодец, давай. Забыл, как что это за порода такая. Давай. Ну-ка, давай. Еще. Придешь в себя, давай. Пей. Давай. Не бойся, я тебя отпущу. Не волнуйся, только тебя коты бы сейчас съели. Коты бы тебя съели, и все. Я просто слышу удар об стекло и выхожу, смотрю, лежит такая, дергается, полуочуханная. Вот. Ну, пока коты не съели, их тут много ходит, вот решил пока немножечко это привести в чувство и отпустить. Так, не засыпай, главное, ладно? Что, полететь сможешь? Сможешь полететь? Да? Сможешь? А? Василий. Василий тебя назвал. Перо упало. Смотрите, схватился за пальцы. Давай, не бойся. Не бойся. О, схватился за пальцы. Ну что, может, тебе это самое подержать пока дома? Покормить и завтра отпустить? Потому что, может, день сейчас там где-нибудь опять свалится. Отпусти пальцы. Отпусти. Сейчас, подожди. Все, очухался, сидит по себе. Ну что, у меня вечные приключения происходят, да, постоянные? Ой. Бедная, даже от страха он обделалась. Ну что, полетишь, Василий? Все, пришел в себя, я надеюсь. Давай. Полетел. Все, нормально.